Давайте сначала с самого приятного. Спасибо тебе, чувак, за три подарка. Вирус. Ничего хорошего не попалось. Какая-то фигня, как обычно. Это меня 100% кидают разработчики. А мне сейчас надо быстро-быстро открыть сундучки. У меня, короче, на рулетке торнов вообще не осталось. Ну, ключей как бы тьма. Он целых 10,7. Открываю серебряные ключи я теперь на самом эвенте, потому что мне не понравился дроп последних два раза. Поэтому повыше поднял я просто облучатель. Он до 5 уровня даже получился. Ну давайте, быстренько. Не будем задерживать. Ну, 85. Ну да, просто... О, ну вот 600 это более-менее еще. Восемьдесят пять. Ну это не дроп, конечно, это вообще. Ну это специально разработчики порезали. 270, ну хорошо, 270. Ну и все. 165. Вау, вообще прям. О, 130. 140. Да мне не нужны ваши кредиты, вон их 265 тысяч. Эффекта от них вообще никакого. Ну, короче, это вообще все. Вот представьте, да, что они натворили. 2000 получился. Всего 2000. Нафиг, вообще просто нереально. Даже не знаю, стоит ли открывать или не стоит. Ой. Спасибо вам, разработчики. Что я могу сказать? Нереальное издевательство. Ну хоть этот эвент радует магнитным усилителем, правда. Ну мне, конечно, не везет, а вот одному из подписчиков хорошо повезло. Посмотрим, сколько же он максимум вытянул с золотого сундука. Ой, какой кошмар. Слушай, ну это просто ужас. У вас в доме завелась говорящая голова. Вон она на нас глядит.
Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Ну вот почему мне так не везет? Я тоже так хочу. Все увидели. Если увидели, обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите. Да, это была сенсация, а сейчас это будет... Благодарю вас, коллеги, это была настоящая сенсация, это была бомба.